Здравствуйте, друзья! Кто-то, приезжая в Анталию, обязательно посещал старый порт, расположенный в районе Калейчи. Кто-то только собирался посетить этот курортный город, чтобы отдохнуть и посетить старый порт. Но многие забывают про одно место, которое расположено там же, прямо рядом с старым портом, откуда открывается дивный вид на горы, несколько районов Анталии, а также на сам старый порт и море. Сегодня давайте же посмотрим на него и посмотрим, какие открываются виды и стоит ли его вообще посещать. Можем наблюдать, местная природа здесь исполнена в довольно красивом исполнении. Аккуратно посаженные деревца, хорошо выстрижены кусты и также посажены в красивые фигуры растения. Также сейчас мы могли наблюдать фонтан, небольшой бассейн в форме сердца. Даже это не бассейн, это фонтан. Также здесь присутствуют фигуры из дерева. И другие разные фигуры. Здесь расположено множество освещения, есть лавочки. Вот, например, мы сейчас проходим мимо одной из фигур, похожих на двух козлов. Они сделаны из дерева и выглядят они довольно хорошо. А сейчас мы будем проходить через арку, которая среди лета будет вся зеленая. Она будет еще более прекрасна, чем сейчас, так как она будет вся в растениях, которые вьются вокруг столбов. Приходя сюда несколько раз, мы здесь не замечали туристов. Во всяком случае, мы не видели их, когда сюда приходили. Чаще всего здесь заседают местные жители, они наслаждаются природой и то, что открывается с этой смотровой площадки. Как мы можем наблюдать, площадка сделана из прозрачного стекла, и по ней виден, так сказать, оригинальный камень, из которого была изначально сделана стена и сделана площадка. Ну и сам вид, конечно же, он просто поражает воображение, поражает сознание того, какой он здесь открывается. Здесь мы можем видеть старый порт и район Калейчи.
Также чуть дальше расположен район Мурад-Паша, тоже достаточно хороший район. После него идет район Кони-Алты и сам знаменитый пляж, на котором расположено множество отдыхающих в сезон. Позади самого пляжа вдалеке видны горы, величественные прекрасные горы. А дальше, если идти уже левее, то расположен район Лиман и опять же горы с другими населенными пунктами, которые простираются вдоль всего побережья. Высота здесь довольно приличная, и вид открывается на платный пляж, который расположен прямо у старого порта, который посещает множество людей. Придя туда, зачастую можно услышать множество разных речей, в том числе и русскоговорящих. Вот такой небольшой обзор интересного места, интересной смотровой площадки у нас получился. Она расположена рядом с старым портом, буквально в 5 минутах ходьбы от него. Также около нее расположено множество интересных мест, таких как несколько музеев и парк Каралиглу, о котором мы снимали обзор, сейчас на него выйдет ссылка. Также я оставлю ссылку в описании. Если вам понравилось это видео, не забывайте прожать лайк, подписаться на наш канал, а также нажать на колокольчик. На фоне этого прекрасного вида я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!